Преград к победе существовать не может. В этом и не только можно было убедиться на интеллектуальном конкурсе «Эрудит», который проходит в городе над Бугом более 15 лет. Его участники, как старожилы конкурса, так и новички разных возрастов, полны азарта, хорошего настроения и, конечно, стремления к победе, несмотря на трудности в жизни, проблемы со зрением. Цель у нас, как бы всегда, одна – это повышать интеллектуальный уровень наших членов областной организации, способствовать их интеллектуальному развитию, потому что в основном для незрячих людей самый доступный – это интеллектуальный труд все-таки. 4 на 4, что где, когда, кроссворд, правда или ложь. Из года в год интеллектуальный уровень участников становится все выше, что предусматривает соответствующие им задания. Главная тема состязания областного этапа образца 2019 года – тема тысячелетия. Всего приняли участие в ежегодном конкурсе 9 лучших команд. Одна из них – «Импульс», чемпионы прошлого года. Ее капитан Яков Логвинович рассказывает, в его команде собрались настоящие специалисты в различных сферах. Мероприятие способствует тем, что все-таки собираются люди, которым тяжело где-то в жизни отчасти. И вот, собираются, хоть чувствуют себя в нормальной атмосфере. Все такие, как они. В каждой команде разрешается по одному человеку зрячему. Вот я, кажется, как зрячий. Так вот сложилось, что я сотрудничаю с командой, работаю постоянно, состою в обществе инвалидов по зрению, но в количестве зрячего. Упорно и серьезно, сосредоточенно и внимательно. Только так можно сказать о реакции участников во время игры. Безусловно, это то мероприятие, которое раскрывает весь потенциал и позволяет обменяться опытом. Именно так участники проводят время интересно, незабываемо, а главное, с пользой. Эта игра – одно из самых таких интересных мероприятий в нашем общественном объединении, в котором я люблю участвовать. Все-таки это и подготовка какая-то, это и больше узнаешь и при подготовке к игре, и в процессе игры. Поэтому довольно так познавательно. Высокий уровень интеллектуальной подкованности и целеустремленности налицо. Люди с проблемами со зрением в очередной раз доказали и показали им по силам все испытания. А команда Брестской городской организации, продемонстрировавшая лучший результат конкурсных баталий, отправится отстаивать честь Брестской области на республиканском чемпионате.